Таджикистан отправляет в Турцию гуманитарную помощь и 50 спасателей. Специальный рейс вылетит сегодня в полночь. Сегодня на базе спасателей КЧС в Лучебе состоялся сбор команды, которая отправится на ликвидацию последствий землетрясения в Турции. Спасатели собрали экипировку, оборудование. В состав отряда вошли высококвалифицированные спасатели, врач-хирург, травматолог. Цель нашей поездки – помочь нашим братьям из Турции от последствий землетрясений. Наша команда укомплектована в количестве 50 человек, полностью экипированы. Вся техника, спасательная техника существует, и начиная от кусачек, заканчивая бензопилы и всего остального. Команда собрана из профессионалов. Условия будут, будем работать сложные, будем работать днем и ночью. Постараемся помочь максимально нашим братьям из Турции. Кроме того, сегодня со складов госрезерва была собрана гуманитарная помощь, которую отправят в Турцию этим же рейсом. Дарасоси спорищи хукумати Джумхурии Таджикистан комитет голатои фавқулода барои расондани кумак аз қабили орд, равған, бринч, шакар ва инчунин таҷҳизотҳои лавозимати рӯзгор ба монанди курпа, болишт, одеяло, ҷиҳози хоб, асбобу анҷоми рӯзғор ва ана таҷҳизоти тиббӣ барои расондани кумак ба аҳолии зарардидаи Турсия равон менамояд, ки ҳайати шахси наҷотдиҳандагони кумитаи ҳолатҳои фавқулода соати 6:30 дақиқа бо вақти Истанбул дар Турсия ҳозир мешавад.